Ты знаешь, у нас будут дети самые красивые на свете, самые капризные, злые, самые на голову больные. Мы их прокормить не сможем, все эти голодные роды. В возрасте уже около года, по 32 зуба у каждого урода. Чтобы они нас с тобой не съели, мы будем держать в черном теле. Лупить, как сидоровых коз, и босиком прямо на мороз. И вот тогда они будут послушный мир. Лучше и лучше с каждым днем будет становиться. У нас их так много родится. Мы игрушки покупать не будем, это можно лишь нормальным людям. А эти дауны схватят в лапы, будут грызть и кидать на пол. Школу тоже их водить не стоит, тут любой учитель сразу звонит. Когда ему канун 8 марта слегка нагадят прямо на парту. У них не будет Бога, кроме рока, самое главное, их будет много. Я буду их рожать каждую неделю, мир станет таким, как мы с тобой хотели. Нас окружат родственные души мир. Лучше и лучше с каждым днем будет становиться. Мы, как тараканы, будем плодиться. Ты знаешь, у нас будут дети самые красивые на свете, самые капризные, злые, самые на голову больные, как мы.